Очистка озера в Железногорске продолжится и зимой. Об этом сообщил глава Железногорска Вадим Медведев. На сегодняшний день с одной стороны водоема удалось вычистить пляж. Проект по очистке дна городского озера рассчитан на 2 года. В этом году планируется освоение порядка 44 миллионов рублей. В следующем году на реализацию проекта предусмотрено 13 миллионов рублей.